Сегодня мы с вами готовим мидии в ракушках. Это свежие мидии с черногорской фермы. Растут они у нас в Которской бухте. Стоят от 2 до 3 евро в свежем виде. Они уже почищены специальной центрифугой. Остаются, понятно, какие-то каменные наросты, но это не страшно. Самое главное правило, от которого все удивляются, я не наливаю воду в кастрюлю. У них есть внутри своя жидкость, свой некий сок, плюс морская вода. И вот в этом они будут тушиться. Что же я добавляю? Я добавляю немного вина, можно взять любое, обычное столовое белое вино. Можно взять и красное, будет, кстати, вкуснее. Но будет соус такой более темный. И добавляю оливковое масло, вот у меня местное черногорское. Но это мы добавим чуть-чуть позже. В общем, сначала мы закрываем крышкой кастрюлю, это может быть и глубокая сковородка. Не наливаем воду. Кто-то боится, можете немножечко добавить, ничего страшного. Тем временем я готовлю несколько долек апельсина, дольку лимона, пару долек чеснока, можно их помельчить, естественно. Если нет свежего чеснока, возьмите сухой в гранулах. Обязательно возьмите петрушку, ее меленько порежьте, и потом получится такой бульончик, и вы можете с этим бульончиком прям заедать мидии, либо хлебушком вымакивать, будет вкусно. Все удивляются, зачем я кладу апельсин. Подсмотрела я этот рецепт в Албании. Помимо апельсина и лимона, они еще в конце кладут сладкие помидоры черри. В Черногории они тоже продаются, особенно итальянские, такие длинные маленькие помидорки, они очень сладкие. Но их желательно добавлять в самом конце, иначе они полностью растворятся в этом бульоне и будут очень горячие, будут их тяжело есть. Апельсин дает сладость, лимон дает кислоту, чеснок дает свой аромат, петрушка свой аромат зелени. Еще я добавляю, как видите, сухие травы, это орегано, базилик. Ну, в принципе, какие у вас есть дома. Еще можно добавить веточку розмарина, будет тоже свой аромат. Ну и еще немножечко черного перца молотого я тоже добавляю. Я слышу, как мидии начинают кипеть, это самые нижние выпускают морскую воду. И здесь начинаем заливать вино. Вино добавляем немного. Вот здесь у меня около 1,5 килограмма мидий. Ну, может, грамм, не знаю, 70, максимум 100. Самое важное – добавить оливковое масло. Тогда они будут намного вкуснее. Появится такой средиземноморский аромат. Если вы готовите для себя, для любимых гостей, добавьте масло побольше. Потом будет вкусный бульон. Можно вымокать хлебушком. Так, что мы делаем дальше? Можно уже, в принципе, на этой стадии закинуть апельсины с лимоном и чесночок. Чесночок тоже пойдет. Петрушку с сухими специями я добавлю в самом конце. Ну и начнем мешать. Итак, я мешаю где-то раз, может, 5. Ну что, начнем добавлять сухие травки. Их очень много не надо. Видите, к сожалению, розмарина у меня нет, но ничего. Базилик, орегано, они придадут средиземноморский аромат. Мы с вами привыкли, на Средиземноморье есть мидия. Немножко черного перца, он тоже даст свою пряность. Петрушку свежую я добавляю в самом конце. Укроп я не советую добавлять, поскольку это все-таки не средиземноморская трава, ее вот на дрядьки не используют обычно. Видите, в бульоне есть капельки оливкового масла. Потом будет очень вкусный. Не бойтесь давать мидии с вином своим детям, поскольку алкоголь при кипении имеет свойство испаряться, и он оставит только аромат. Ну и на этом этапе я уже засыпаю петрушку. Что же я предлагаю на закуску? Я беру вот такой хлеб, немецкий, придется в Черногории. Можно взять белую чебату итальянскую, тоже будет вкусно. И еще я здесь покупаю вяленые помидоры, словенская фирма Naturella, на солнце сушеная райчица. Очень вкусные вяленые помидоры, под белое вино, хлебушек, можно еще соус песто, идет идеально. Ну и самый последний приятный момент, это мы перекладываем мидии. Смотрите, самое важное, еще в бульончике их найти, кое-какие поотваливались. Будет, знаешь, как пельмень с бонусом, вот, например, вот в этой 3 штучки. Видишь, кому-то повезет.